Дорогие мои, всем привет. Я обещал вам сегодня, как приземлиться, рассказать, что вообще у меня произошло с самолетом, что произошло с рейсом. Я сегодня в 10 утра должен был вылететь на авиакомпании «Якутия». И так получилось, что рейс перенесли. Я проснулся утром и понимаю, что я не лечу. У меня плохое ощущение, плохое самочувствие. У меня жуткий насморк, я не могу встать с кровати. Я не хочу никуда идти, не хочу никуда ехать. Думаю, неужели все под срывом, и я и вообще не улетаю. Сходил утром в душ и думаю, что-то нужно перебарывать себя, ехать, потому что меня ждут в Сочи люди. И что вы думаете? Мне приходит смс-ка, что рейс перенесен на 15.00. Я думаю, офигеть, круто. Думаю, слава богу. За мной приезжает мой друг, очень крутой, Илья Журавлев, один из топовых адвокатов и юристов, который ведет именно звездные дела. И он отвез меня как раз в аэропорт. Могу сказать, что слава богу, потому что самолет, на котором я должен был лететь, отвалилось шасси. 4 человека попали в больницу. 4. На этом борту мог быть я. И я мог потерять свою жизнь. Поэтому никогда не расстраивайтесь, что бы ни было у вас, какая бы ни была ситуация, если вы опоздали на рейс, на самолет, на поезд, на работу, плюньте. Все свершилось наилучшим образом. Значит, вас Всевышний, вас Творец, ваши ангелы-хранители уберегли. Я жив, здоров, со мной все в порядке. Несмотря на огромный перенос рейсов, то на 12 часов, то на 2 часа, то на 3 часа, то на 3.40, я долетел, я сейчас в Сочи, поэтому, дорогие мои, кто в Сочи, пишите мне, звоните. Самое главное, чтобы вы были живы и здоровы, берегите себя, берегите своих близких и всегда прислушивайтесь к своему внутреннему я. Я вас очень сильно люблю, очень сильно целую. Спасибо, что вы все у меня есть.